Друзья, всем привет! Сегодня у нас речь пойдет об очень интересной приманке, которая называется квокер. Он же хоппер-плоппер, он же хоппер-поппер, он же воблер с хвостом-пропеллером. В общем, как ни называй, но воблер достаточно интересный, хотя не скажу, что очень уловистый. Ну, для начала давайте я расскажу, как же я с ним познакомился. Честно говоря, я большой поклонник поверхностных приманок. И блуждая по просторам интернета на торговой площадке AliExpress, натолкнулся на такую очень интересную приманку, у которой в хвостовой части расположен лепесток-пропеллер. Меня это заинтересовало, я начал изучать эту тему и узнал, что, в общем-то, это копии широко известных на Западе воблеров от фирмы River to Sea. Предназначены они в первую очередь для ловли баса. Но, как оказалось, и местная рыба, щука, окунь не прочь поживиться данной приманкой. В общем, приобрел я себе один экземпляр. Это был квокер от фирмы All Blue. Вот. Попробовал я на одном пруду, где хорошо работают поверхностные приманки, но результат меня не порадовал. Были выходы, были даже какие-то атаки, но в основном это были промахи, да и щука какая-то некрупная выходила. В общем, следом я поставил обычный поппер и хорошенько отловился. А данный квокер положил в свою коробку и забыл на него на целый год. Ну, в общем, в следующем сезоне, рыбача со своим другом на одном небольшом озере и увидя, что щука хорошо реагирует на поверхностные приманки, решил дать ему еще один шанс. Не, а это поверхностная. А, мало? Опа, сразу! Вот это самое, да? Да. Это что за алблю? Я причем еще не разловил. Ну, поклевки на него были, но... Злопасный. Да. Волосы, что ли? Ну, как тебе сказать, у него лепесток сзади. Блин. Пропеллером, что ли? Да. Вот этот эксперимент. Ага. А как он, на какой глубине он интересно плывет? На какой он поверхности он плывет? А, и что, и только тупо по поверхности бурления вот это, да? Сейчас увидишь. Ох. Ну интересно, мне прям он изначально понравился. Поставил и на первом же забросе поймал щуку, ну, в общем, стал следом его бросать и получил массу поклевок, было куча выходов. Выход такой хороший. Прям видел, как гналась за ним. Шлакость была? Да. А что ты дергаешь неравномерно? Да и вообще, кто ловит на поверхностной приманке, понимает, что вот это вот... Атака, которую ты видишь, она происходит на твоих глазах. Следом идет большой выброс адреналина. Ты в полном восторге. В общем, я подсел на этот воблер и стал его применять гораздо чаще. И, в общем-то, понял его преимущества. И понял, что, как и все в основном приманки, это не универсальная приманка. То есть под нее должны быть определенные условия. Но об этом чуть позже. Оп. Есть. Контакт. Тут дерзко так полетел щука. По-любому. Да неплохая щучка.
А, такая килограммуха точно. На воблер квокер. О, искупала. Кидать этот заливчик. Опа. Ух ты, а там вообще хорошая. Блин, я зря на якорь встал. Пойму. Зашла, что ли? Кусок травы тащу, или там она есть? Ну, походу, есть. Да, есть. Да не. Не такая прям здоровая, как хотелось бы. Но неплохая. Такая жирненькая. Прям спина толстая. В общем, распробовав воблер от Алблю, я был в полном восторге уже и начал искать воблера похожего типа. И один из подписчиков, это Андрей Коваленко, посоветовал мне, сказав, что в его арсенале есть разные модели квокеров. Посоветовал квокер от Kingdom, сказав, что это по конструкции самый качественный вариант и надежный. Я прислушивался к этому совету и заказал себе уже эту модель от Kingdom. Вот такая интересная моделька квокера. Получается 110 миллиметров, 17 грамм. Довольно увесистая. Летит далеко. Но, правда, и ныряет тоже при забросе глубоко. Если есть подводная трава, это может быть проблемой. Правда, он потяжелее. Не знаю, насколько он тут сможет ходить и не цепляться. Что-то проверять. Где же эффективно можно применять квокер? Ну, во-первых, это неглубокие водоемы, обильно заросшие травой, отмели, а также участки водоемов могут быть и глубокими, но с высокой травой. То есть вот в этом просвете между травой и поверхностью воды небольшим частенько охотится щука и атакует квокер. Честно говоря, на каких-то других участках, более глубоких и чистых, у меня выходов не было. Может быть, кстати, кто-то из вас поделится своим опытом. Было бы интересно почитать в комментариях. Опа. Блин, сход. Сход, ну вот, оказывается, и этот плоттер работает. Почему хоппер-плоппер называют еще квокером? Потому что он при проводке своим пропеллером издает такой квакающий звук. Даже один звук соблазняет щуку. Блин, промазал. Я там тащил вместе с травой квокер. И она прям сбоку вышла, как стрела. Где бы куда таким? Опа, есть. Это крупненькая щучка. Блин, я таких боюсь, они очень активные. Маленькие, но бойкие.
Все, давай. Газуй. Да ты обнаглела. Ну, кстати, по поводу проводки кокера, то она на самом деле достаточно простая. Вариантов вести его всего несколько. Это либо равномерка, либо равномерка с паузами, ну и какими-то большими, небольшими или большими ускорениями и замедлениями. Ну, а также даже можно и рывочки делать. Но у меня лучше всего отрабатывает равномерка с паузами небольшими. Ух, нифига себе, промазала. Вот эта свеча была. Просто. И крупная щука. Блин, вот это прыжок. Офигеть. Не знаю, против солнца на камеру, насколько хорошо видно будет. Но это был мега бросок. Воблер от Kingdom имеет вытянутое тело, слегка сплющенное по бокам. Но кроме этого, оно достаточно высокое. Хотя на проводках я не заметил, чтобы он заваливался куда-то, идет достаточно ровно. Сзади расположен в хвостовой части пропеллер с таким отверстием для более привлекательного гидродинамического следа. Фурнитура очень качественная, вот крючки можете посмотреть. Крепкие, мощные такие. Не разогнешь, я не знаю, можно, наверное, дохлую лошадь из пруда достать на них. Кольца тоже заводные. Крепкие, крупные и правильной геометрии. Петли клеить не нужно, все проклеено, все качественно. Вот в фурнитуре никаких вопросов вообще нет. Понравилось, что еще Kingdom пишет на своих воблерах информацию, размер воблера, его вес, ну и плавучесть также. Никогда не нужно это запоминать и потом на рыбалке вспоминать. У меня 110 модель, заявленный вес 17 грамм, ну, в общем-то, почти совпадает. Большое расхождение для китайских воблеров вполне нормально. Кстати, вот можно посмотреть, как же конструктивно устроен хвост данной приманки. Здесь вкручен такой штифт, на котором сидит крючок, пропеллер, прямо вкручен в хвост приманки. Вот, можно увидеть. Этот штифт очень крепкий, его точно не согнешь, не поломаешь. Вот так он выглядит. Кто опасается, что он может раскрутиться на рыбалке, вот, у меня он не раскрутился ни разу, можно капнуть клея и вкрутить уже с клеем для большей надежности. Это, кстати, рекомендация от Андрея Коваленко. Ну, честно говоря, не знаю, какой силой надо обладать, чтобы выдернуть его из хвоста. Глаза у воблера выполнены достаточно реалистично. Прям практически не отличишь от настоящей рыбки. Хотя для поверхностной приманки это не самое главное. Сам воблер не шумовой, он тихий. Практически. Есть у них большой шум, но совсем слабый. В общем, привлекает-то он хищника не своим шумом, а именно своим гидродинамическим следом, который производит этот пропеллер. То есть он крутится,
Почему его еще называют квокер? Так потому что вот именно звук, издаваемый пропеллером, похож на кваканье. И это очень сильно соблазняет щуку, да и окуня тоже. Ну а теперь пришло время сравнить эти два квокера. Сразу скажу, что по уловистости они примерно одинаковы. Но, поскольку, не знаю, насколько вообще это будет корректно сравнение, поскольку у них разный размер и разный, соответственно, вес. Но заказывал я, соответственно, специально так, потому что вот 13-граммовый у меня уже был, и я решил себе заказать 17-граммовый. Естественно, в связи с этим он дальше летает, заброс более дальний. Это как бы преимущество, но для некоторых участков водоемов это же и некоторый недостаток, потому что с большим весом он, соответственно, ныряет глубоко. Если много травы, а я обычно в таких условиях и ловлю, то у него больше шансов на зацеп за эту траву. То есть при погружении он ныряет глубже, цепляет траву. Малейший зацеп за траву, это уже сбивается проводка, пропеллер уже не крутится, ну, уже это, в общем-то, нерабочая приманка. Вот по конструктивным особенностям Kingdom гораздо надежнее и лучше, чем All Blue. А все дело в том, что, как я уже показывал, здесь хвостовая часть сделана на таком крепком штифте. Ну или саморезе. А здесь же это проволока, которая идет. И если сядет крупная щука трофейная, то эта проволока вполне может слегка погнуться. И после этого у вас начнет через раз крутиться пропеллер. Ну, это как бы не сильно заметно, но пропеллер будет уже работать со сбоями. Ну и, соответственно, фурнитура тоже выигрывает. Но, честно говоря, из-за того, что я не ловил пока еще трофейную щуку на эти приманки, я предпочитаю в первую очередь воблер от All Blue. Ну, потому что условия более подходящие. Но можно, кстати, и купить от Kingdom тоже более легкий вариант. Он тоже есть. В моем арсенале его просто пока нет. Обязательно себе закажу полегче, и тогда уже спор, я думаю, будет выигрывать Kingdom. А в целом оба квокера вполне рабочие, мне очень нравятся. Косят щуку там, где вот именно есть отклик щуки на эти приманки. Вообще очень уловистая приманка. Ну а теперь хотелось бы подвести некоторые итоги нашего обзора. Воблер рабочий. Мне очень нравится, но если вы будете покупать его, то учитывайте, что более легкую модельку уберите, если у вас место, где вы собираетесь ловить, более заросшее травой, а более тяжелое по более чистой воде будет работать хорошо. Ну а вообще желательно иметь, конечно, оба варианта, чтобы быть универсальным. Скажу так, приманка не мега уловистая, не везде она работает, но там, где есть на нее отклик рыбы, просто начинается неимоверный цирк. Щука там может выпрыгивать свечками, выходить сзади, сбоку. Ну, кто ловил на поверхностные приманки, знает, как все это выглядит. Просто неимоверные впечатления. Из-за этого я очень люблю эту приманку. Кроме этого, могу сказать, что покупать можно обе приманки. Они обе рабочие. Единственное, что не покупайте приманки дешевые. Там 130-150 рублей вот у меня есть. Качество гораздо хуже. Ну, видно, там даже покраска выполнена с какими-то наплывами, с дефектами, пузырьками. Фурнитура желает лучшего. Проволока
осевая более тонкая. Ну, соответственно, и крутится пропеллер, там западает. В общем, единственное, для чего можно купить дешевую копию, это для пробы. То есть попробовать, как, если отклик рыбы в ваших местах на данную приманку, а потом просто тогда уже заказать более качественную. А у меня на этом все. Всем счастливо, всем пока. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.